Так, что у нас сегодня на завтрак? Икры свежей, семги, растягайчик, устриц. Подавай. Хотя подожди. Давай просто супчика. Спасибо огромное. Ты чего? Есть что ли хочешь? Играть? Давай так, сначала мы сделаем уборочку небольшую, а потом уже все игры и все остальное, хорошо? Ну, тогда для начала подготовь веничек, принеси, пожалуйста. Моя умница. Спасибо огромное. Ну все, сейчас я поем и будем делать уборочку. Договорились? Всем салютики, мои дорогие. Сегодня у меня на завтрак щи. Сало маленькое. И огуречная икра. Делаю ее впервые. На пробу сделала и, в принципе, съедобно. Но есть небольшие но. Всем я желаю приятного аппетита. Наварила вчера 3-литровую кастрюлю щей. Все, один день и нет. Вот остаточки. Нет, это не я все съела. Но у нас сейчас гостит мама, сестра, поэтому понятное дело, народу больше. Какая лепота. Ну так вот, огуречная икра в основном делается из переросших огурцов. Когда их тупо девать уже некуда. Огурцов там, конечно, близко нет. По вкусу. Сейчас пока мне приходится вставать раньше обычного. Потому что на мне готовочка, все это, да. Обедики, ужины, как всегда. Вот. Зимой супы у нас, так скажем, постоянно, на постоянной основе. Конечно, если я жила бы одна, мне кажется, я вообще бы их не готовила. Ну, готовила, может быть... Я не знаю, раз в неделю. Чисто одноразово поесть. Я вот что-что, я люблю борщ. В любом исполнении, в холодном, в горячем. Ну, там свекла немножко посажена, я вот жду, чтобы с ботвой наварить. Теперь у меня есть заряд хорошей бодрости. И меня ждут великие дела. В данном случае готовка. У Плюши уборка. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Может быть, кто-то ел со мной. Всем благодарочка огромная. Как всегда, желаю по возможности будьте на позитиве, хорошего вам настроения и пока-пока.